Проснись, самурай! Время сжечь этот город! Всем привет! Сегодня мы хорошенько поработаем с рычагом локтя. Разберем основные системы преследования в нем. Разберем, как сохранять рычаг на всей дистанции. Разберем основные механизмы, как рычаг ломать. Еще раз показать или пробуем? Еще раз показать. Давайте еще раз посмотрим и попробуем. Пробились. Одну руку вы в любом случае пробьете. Если вышли на рычаг, обычно она у вас уже все-таки есть. Как выходить, когда нет, мы тоже посмотрим, но чуть позже. Проконтролируйте ногу, проконтролируйте вторую, вытащите на себя. Зацепитесь за что-то. Вот, можно просто положить руку вот сюда. Поставьте опору, идите на него. Окей? Далее. Колено, пятка, разрыв. Окей, давайте попробуем. Да-да-да. Раз, два, поехали.